Меня зовут Абибай Амина, я преподаю математику на Skills Development Center. Сегодня мы разберем задание номер 16, которое стоит на сайте Mezobank University по Silicon Springs. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, постарайтесь перевести данный вопрос. It is not always clear whether a doctor should tell the truth to a patient or not. On the one hand, patients have a right to know if it is the matter with them and what is the future for it. So, that they can make their own informed decisions, however upsetting the truth may be. It is a simple issue of human rights. But on the other hand, a patient's health may sometimes be embarrassed by not knowing a frightening truth. For instance, a doctor may believe that a patient's medical condition will actually worsen if they realize how serious it is. Therefore, there are cases in which doctors have no choice. They must decide in favor of not telling the patients the truth. Здесь говорится о том, не всегда ясно, когда доктор должен говорить правду или нет. С одной стороны, да, пациент имеет право знать, что с ним, и он может сделать свои неформальные заключения, даже если правда может покончить. Это по правилам, по правам человечества, но человека, то есть, извините. Но с другой стороны, может, пациент пойдет на поправку, не зная страшной правды. Если доктор не скажет правду, он не будет знать, что с ним не все хорошо, и он будет верить в то, что он поправится, и все будет хорошо. И therefore, there are cases in which doctors have no choice. Поэтому здесь доктор иногда в замешательстве говорит правду или нет. Which one of the following is underlying assumption of the above argument? То есть предположение. Правильный ответ будет D. Doctors have a greater responsibility for a patient's well-being than for a right to know the truth. Доктор имеет огромную ответственность за здоровье человека, чем знать правду. Например, он несет ответственность, чтобы пациент был в хорошем состоянии, чем пациент должен знать правду. И он несет за это ответственность. Например, doctors have a duty to tell the patients the truth, even when the truth would upset. Он говорит о том, что доктор всегда должен говорить правду. B и D, они похожи. Doctors have a duty to conceal the truth if they believe it will frighten the patient. То есть доктор должен, то есть он должен скрыть правду, если это если правда устрашит, то есть пациента, тогда доктор должен скрывать правду. Но здесь одно отличие от D, это D, он несет ответственность, чтобы он well-being, то, что он был в хорошем состоянии, а B, чтобы он просто не испугался. Конечно же, D будет правильным. Пускай он будет в хорошем состоянии, чем на пробу. Надеюсь, урок был полезен. До свидания.